Привет, дорогой друг! Ты находишься на канале, посвященном Канаде. И сегодняшний ролик посвящен одному моему подписчику. Да, дорогие друзья, сегодняшний ролик у нас будет в формате интервью. Интервью каждого моего подписчика, который переехал на территорию Канады, важно для всех остальных моих подписчиков, которые собираются переезжать в Канаду. Ведь во время интервью рождаются ответы на вопросы. Нужно ли сдавать языковой тест для рабочей визы? Нужно ли в рамках рабочей визы оформлять себе оценку рынка труда, брать с собой деньги и многое-многое-многое другое. Но сегодняшнее интервью мне очень понравилось. У меня подписчик нашел себе работу на территории Канады. И представляете, как его хотел взять себе работодатель. Что у него в контракте к рабочей визе написано, что работодатель обязан купить ему билеты в Канаду, либо возместить ему билеты, когда он прилетит на территорию Канады. И вы сейчас, наверное, подумаете, наверное, этот подписчик какой-нибудь крутой системный администратор. Может быть, он IT-специалист, который работает с информационными технологиями. А может быть, мой подписчик крутой клерк банковский, который считает просто в голове миллиардные суммы. Нет, подписчик поехал работать в Канаду на ферму. Хороший кейс и очень интересная информация вас ждет сегодня. Поехали. Так, дорогие друзья, вот подписчик умудрился поехать на ферму в Канаду, двухгодовой контракт, насколько я понял, и находится он в провинции Онтарио. Вот, давай по порядку расскажи о своем бэкграунде. Опыт, возраст, гражданство, вот это все дело. Да, окей, значит, мне 26 лет, у меня опыта очень много, у меня образования много. У меня, значит, колледж по электрике. Я электрик по колледжу. Я пытался найти по электрике, но не нашел нужные сертификаты. И также у меня где-то 5 лет. Ну, я, грубо говоря, сезонно работал на ферме. У нас семейная ферма. Работал на ферме, в общем, по летом. Также я сдал английский IELTS, сдал на 7. И да, но это потому, что я пошел в вуз на переводчика. У нас английский и французский язык. Ну, не то чтобы мы прям на суперпрофессиональном уровне там учили, но как бы вот. Значит, вот по бэкграунду. То есть, получается, ты работаешь на ферме, и у тебя английский IELTS сдан на 7. Ты General сдавал или академик? Да, General. General, 7. А французский не сдавал, да? Французский не. Хорошо. Тогда следующий такой вопрос, ради интереса просто. Почему именно Канада? Почему не Британия? Вот сейчас у меня едут подписчики на фермы тоже в Британию работать. Почему не Австралия? Почему Канада? Не США? Я смотрел США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию. Это одни из, ну, типа Канада и Австралия самые такие легкие страны для иммиграции, но Канада у меня получилась просто там легче всего для меня. Хорошо. А по поводу программы. Вот там ты рассказывал, что есть специальная программа, вот там фермерская, вот это все дело. Расскажи, если не знаешь, о ней поподробнее, пожалуйста. Да, как я понял, это обычная рабочая виза, но это рабочая виза на ферму. И поскольку это ферма, это далеко от городов, значит, работодатель по этой программе обязан оплатить перелет и обязан предоставить жилье. Мне предоставили жилье за $120 в месяц. То есть получается $120 в месяц жилье? Да, $30 в неделю. Слушай, если вот несложно, у тебя телефон, да, у тебя, можешь вот просто показать вот жилье? Просто вот интересно, если несложно. Ну, тут бардак, просто комната, ну, такая маленький домик, типа трейлер даже. Ага. Ну, большой трейлер, больше, чем контейнер этот самый. Это два контейнера, наверное. Тут живут два человека, я и мой этот самый напарник. У нас есть общий ливинг-рум, и кухня большая, и санузел есть. Ну, то есть обычный дом, обычный, самый обычный. У каждого своя комната.
Если тебе не сложно, потом, после того, как ролик запишем, можешь мне пару фотографий прислать? Я просто вставлю здесь где-нибудь вот в ролик, чтобы люди понимали, типа, что где, да. Ну, просто, чтобы интересно было. Хорошо. Следующий тогда вопрос такой. Вот это, наверное, основной вопрос. И я попрошу прям его вот более детально ответить. Как ты искал работу? Как искал работу вообще? Как это у тебя получилось? Я искал работу где-то, ну, я, во-первых, отправил больше, около 1500 резюме я отправил. И мне написали два человека из этих 1500. Вот. Ну, я отправил сначала по электрике, там нужны сертификаты, там мне тоже не отвечал. Я, значит, искал, пробовал на Индид сначала, потом я понял, что все работодатели, которые занимаются LMA, им нужно на JobBank обязательно, чтобы вакансия висела. И я начал искать на JobBank. Там очень удобно, можно отсортировать тех, кто подходит, только канадцы подходят, либо те, кто подходит даже из-за рубежа. И присылал, значит, один в один момент мне написал вот этот работодатель, и через где-то 3 недели мы заключили контракт, и все, пошло-поехало. Подскажи, пожалуйста, какие ты от себя документы предоставлял работодателю при оформлении рабочей визы тебе? А вообще никаких не представлял. Английский я сдал для себя, ну, на всякий случай. А также я эвалюировал диплом электрика. Тоже это было где-то между этим всем. Тоже не понадобилось. То есть ничего, никаких документов. То есть, а подтверждение опыта работы тебя ничего не спрашивали? А, да, подтверждение твоего опыта работы, значит, поскольку я работал на семейной ферме, я не могу просто, ну, как, вообще я могу, я так и сделал. Я просто сказал своей матери, она мне написала рекомендательное письмо, что я хороший. И вообще это требуется только, чтобы в личный кабинет добавить при оформлении заявки. Так я сказал все работодателю, он как-то все подтвердил, согласен. А скажи, пожалуйста, в твои должностные обязанности что входит? Что ты делаешь на ферме? А вообще это ферма коров. И тут работает 3 постоянных рабочих и еще парочка на полставки. И работодателю нужен был именно человек, который работает на технике, на тракторах, потому что все остальные позиции у него закрыты. Вот. Ну и я по большей части работаю на технике, там культивировать немножко, что-то перенести, кормить. Вот это все на тракторах. А у тебя рабочие часы какие? Со скольки до скольки? Сколько дней в неделю? В контракте написано 60 часов 6 дней в неделю, но по факту как хочешь, так и работаешь. То есть мы вот где-то сейчас на 8-9 часов с ним работаем. Он говорит, если тебе нужно, я могу тебе на 12 часов загружать, на 15 там, если нужно. Ну, понятно, да, то есть, типа, а подскажи, пожалуйста, вот ты вот смотрел вот по рынку вакансий, вот эта вакансия, которую ты сейчас занимаешь, у тебя зарплата примерно похожа на ту, как канадцы получают, или они тебе все-таки меньше платят, ну, по ощущениям? Цену не надо говорить, ну, зарплату не надо говорить, это неправильно, но просто по рынку она, зарплата, или ниже, или выше, как ты считаешь? Ну, судя по вакансиям, чуть ниже, потому что я вообще работаю за самую минималку по провинции. Но есть вакансии и повыше, не знаю, там уже, наверное, надо будет через там несколько месяцев просто подходить к работодателю и уже обсуждать. Окей, понял. Слушай, и еще тогда пару вопросов, смотри, по поводу работы. Как вообще проходил процесс оформления самой рабочей визы? Что ты, ну, какие, что вообще как? Ну, вот ты там нашел работодателя, связался с ним, там, интервью прошел, дальше что? Да, прошел интервью, и потом он мне скинул документы, я подал заявку. Через где-то 3-4 дня мне пришел запрос на биометрию. Я думаю, о, как быстро. Поехал там где-то 300 километров в другой город, сдал, это еще в России было, сдал биометрию, и все. У меня все закончилось, я попал в бэклог, мне ничего не работает, я жду, полгода жду, ничего. Мне уже пишет работодатель через полгода, говорит, слушай, я уже не хочу тебя брать, откажись как-нибудь от этого, пожалуйста, освободи мне LMA. Мне нужно место для другого работника. Я ничего не смог сделать, в итоге мы закончили. Потом я уехал из страны, уехал в Грузию. Сижу там, тоже некоторое время проходит, уже полгода я там сижу, мне приходит письмо, идите на медицинский экзамен, давайте.
Я пошел, сдал медицинский экзамен, пишу ему, он говорит, работодатель, я посмотрю, типа, я не знаю еще, что как. То есть я уже получаю потом визу после медицинского экзамена. У меня стоит виза, а он говорит, я не знаю, хочу я тебя брать или нет. То есть в итоге оказалось, что у него просроченный, у меня просроченный ЛМА на меня был. Он говорит, ну ладно, я подумал, давай я тебе сделаю ЛМА, сделал мне опять ЛМА, и все, говорит, приезжай, когда можешь. Вот я приехал. То есть получается, когда работодатель берет тебя на работу, ты его, считай, в заложники берешь. То есть он деваться никуда не может. Он LMA-то на тебя оформил, да, и все. И он не может другого сотрудника себе нанять и ждет, пока ты приедешь. Ну, по логике вещей, так? Ну да, но ЛМА, я вот читал второй ЛМА, он на полгода активен. Видимо, через полгода ЛМА становится неактивным, если ты его не используешь, и в итоге у работодателя освобождается место, он может уже нанять другого, потому что когда я уже сдал медицинский экзамен, у работодателя было два человека, я и еще один, которого он уже нанять успел. Тот тоже в процессе получения визы, но я столкнулся впервые, и он меня все-таки дал сюда. Понятно. Скажи, пожалуйста, ты кому-нибудь какие-то деньги платил за помощь в поиске работы, оформление визы, вот эти все, знаешь, там, нашаманим вам гражданство Канады, ну, вот всяких там помогает он, или все сам делал? То есть, вот, ну, что-то ты платил кому-то вообще? Да, я все делал сам. Я заплатил что-то вроде $400 за биометрию, за медицинский экзамен еще и за, собственно, $200 за саму заявку. Вот, то есть вышло где-то на $600. Все это, ну, плюс-минус. Билет, по сути, мне оплачивает работодатель. Проживание-то тоже копеечное, так что вот это все деньги, которые мне нужны были. Так, ладно, хорошо. Давай так на будущее взглянем. В перспективе ты что собираешься делать? Контракты домой? Или ты собираешься что-то искать, какие-то пути, чтобы остаться, что-то там, иммиграция, либо еще что-то? Вот куда ты там дальше смотришь? Рассматривал что-то или Да, нет? Или не я думал? знаю, что 9 месяцев я должен поработать в Онтарио официально, чтобы податься на Онтарио программу иммиграции. Ты имеешь в виду in-demand job, которая? Или какая? Там их несколько. Какую-то я программу смотрел, что нужно 9 месяцев опыта работы и тогда на PR-карточку. Ну, я еще не уточнял, как бы можно уточнять. Да, вообще я хочу здесь проработать, хотя бы полгода здесь проработать, посмотреть как. Может, найду другого работодателя, может, пойду какой-нибудь. То есть я уже с канадским опытом могу пойти даже, допустим, электриком, если я получу сертификат и пиар получить. Ну, в общем, буду основаться Да, мне здесь. кажется, тебе сейчас прямо самое то, но пока, если время есть свободное, займись сертификацией своей, да, там какой-нибудь. Ну, потому что в крайнем случае я бы тебе посоветовал бы пойти права на трак получить. Это вот так вот, как дополнительная мера, знаешь, в случае чего. Потому что это вот прям хороший путь сейчас, многие так делают. Понятно, хорошо. Тогда получается как? Ты просто искал работу, засылал резюме. Кстати, с резюме ты как вообще? Ты у меня брал шаблон или где-то просто в интернете нашел? Вообще, как ты его писал? Ног писал туда в резюме или не писал? Это уже чисто для меня, мне прям интересно. Сначала я написал свое резюме около того, что подходит для России, ну, без фото, хорошо, что подходит Это без уже фото. хорошо, да. Да. И у меня было очень много разных итераций моего резюме, я постоянно его менял, постоянно, постоянно. Потом я нашел твое резюме, тоже посмотрел, примерно у меня, кстати, так и было. Потом я что-то еще где-то искал, в общем, постоянно его модерировал, менял. Ног я вписывал, но, как я понял, для такой работы тут в основном маленькие фермеры, и они каждый резюме просматривают, там ног не нужен, просто, ну, это не HR просматривает, а именно сам хозяин и сам под себя выбирает уже То людей. есть, но они типа, они даже типа сильно не знают, что такое классификатор профессии, да, им он нахер не нужен, да, типа такой есть Ну, даже. да, скорее всего, да. Понятно, понятно. Хорошо. Так, еще что такое? Эвалюацию диплома ты сделал, языковой тест сдал, так, в Канаду приехал по рабочей визе, опыт набираешь. В целом, блядь, ну как бы тут надо оставаться. У тебя прям все сделано, прям хорошо подготовленный человек. Вот всем бы так моим подписчикам делать. Хорошо. В целом, давай какие-нибудь советы, может быть, дашь какие-нибудь тоже другим ребятам советы, потому что мы так быстро с тобой разобрались, я даже не знаю, что тебе задать еще, потому что вроде бы все вот как бы понятно. Совет какой-нибудь, вот давай, ребята, может быть, ты там посоветуешь что-то, у тебя опыт есть, ты работу нашел, поехал, визу получил, все у тебя вроде получилось.
Да, значит, ну, во-первых, резюме желательно хорошее сделать. Просто, как я понял, канадцы любят очень простые резюме, без цвета, без всяких этих, просто текст и все. Во-вторых, желательно сделать себя в резюме узкоспециализированным, потому что чаще всего таких и ищут. Чаще всего такие нужны, во всяком случае, если мы говорим из-за рубежа. И все, отправлять резюме, пытаться как-то выйти на контакт. Самое главное, начать какой-то контакт с работодателем, а там уже понятно будет, может, он что-то подскажет. Вот, также я, еще раз говорю, попал в бэклог целый год. Я реально в апреле сделал биометрию, и в апреле следующего года получил визу и уже уехал, да. Слушай, вопросик небольшой параллельно. А саму работу ты по времени сколько примерно искал? Саму работу я не помню, месяца 4, наверное. Ну, то есть, смотрю, ты Ну, там там уже под... Да. полторы тысячи писем за 4 месяца прям интенсивно искал, так хорошо так искал, да. Да, я сначала пытался отправлять всем подряд, потом я понял, что как-то не работает. Начал, каждую работу читать и как-то либо редактировать свое резюме, отправлять под каждую вакансию. Ну, в основном так, да. Плюс, это я где-то тысячу резюме отправил до того, как нашел работу, потом я попал в бэклог, потом он уже не хочет меня брать, я думаю, надо еще искать. Еще 500 отправил, ну, что-то не написали. Ну, короче, ты, считай, спамом занимался, просто рассылал резюме, где хотя бы как-то твоя работа может пригодиться. Правильно я понимаю? Я сначала пытался на разные вакансии отправлять, на смежные вакансии, но мне кажется, лучше всего отправлять просто по своей вакансии и там, не знаю, раз в 2 дня смотреть сайт, чтобы обновилось, сразу отсылать. Желательно, ну, легче всего, как мне кажется, найти, именно если у тебя есть вот какой опыт, какая специализация, только по этой искать. То есть, Ну да, странно будет, если ты там работал, не знаю, там IT-специалистом, а пойдешь работать, хочешь найти работу дворником, блядь. Это странная ситуация. Понятно, что надо по своему опыту искать. Все, в целом все. Единственное, что я тебя попрошу, скинь все-таки мне свою визу, я ее там вставлю для красоты, а то люди скажут, что сидит парень в Сызрани, ни хера он не в Канаде, не верим мы ему. И вообще он там придумывает. Все, договорились? Все, хорошо, спасибо тебе большое. Все, давайте, подписчики, пока. Все, пока. Давай еще с тобой еще пару минуточек пообсуждаем. Ну, я сейчас вот уже в ролик выключу, а то что там. Все, давайте, все, подписчикам пока.